Привет еще раз всем. Сегодня 28 сентября. Вот, наконец я скинул вот эту вот обшивку водительского отделения. В общем, которая была очень такой, ну, вообще неприемлемая для автодома, очень удобная для скорой помощи, но вообще неприемлемая для автодома. Вот, я его скинул, эту обшивку. Ну, насчитал тут около 17-18 дырок. Вот здесь были мигалки, видимо. Там какие-то фонари. Здесь еще что-то там центральное было какое-то. Здесь вот опять же фонари, мигалки, куча проводов. Ну вот тут проводов, наверное, километр. Я вот там вытащил очень много, вот там вот бросил. Видите? Вот. И вот здесь вот, наверное, еще метров 50 этих проводов. Вот какие-то воздушные шланги, тут какие-то клапаны. Кто знает, что это такое вот. Ну, это понятно, соединение. Вот это вот что такое, непонятно. Ну, в общем, все это будет демонтироваться и будет утепляться под автодом. И здесь будет работа проделана с сиденьем. Вот эта вот дверь очень широкая. Мне кажется, что ее будет достаточно. А вот эту дверь нужно будет просто-напросто закрыть, и у нас тем самым увеличится полезная площадь кемпера, так как вот от этой стойки, вот от этой перегородки до края, как мне говорил бывший владелец, всего лишь около 3 метра 20 сантиметров, поэтому здесь нужно думать о трансформации многих предметов мебели. Поэтому будем думать. На связи. Всем спасибо. Ставьте лайки.